смены проекта. Итак, сегодня мы начинаем ответы по касательной тренировке, которую для вас специально проведет мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион Советского Союза по борьбе с дзюдо и самбо, двукратный чемпион Европы, победитель всемирных игр ветеранов, олимпийских игр среди ветеранов, заслуженный тренер России Андрей Сергеевич Супаченко. Но сначала я хочу представить вам мастера спорта по дзюдо, который будет сегодня помогать нам. Это президент клуба «Антрепорт» Пушкина Орлов Алексей, мастер спорта СССР по дзюдо. И тренер по борьбе дзюдо клуба «Жемчужины» Александр Дмитриев, мастер спорта СССР. И маэстро дзюдо. Итак, слово Андрею Алексеевичу Супаченко, и мы начинаем нашу показательную тренировку. Ну, вообще, просто здорово, я похвалил, что все заиграли правильный полис, да? Все правильные полосы. Но я поздравляю вас, пожалуйста, правильные закрытые тренировки. Это будет то, что мы тоже все правильно играли. Добрый последний раз, когда ваш тренер спорта, вы на эти же полушарии и стали вашими тренерами, вашими наставниками. Вот, ну, так вот. Вы знаете, как завязан пояс, вот многие сейчас неправильно завязали пояс, то с вами понимаете, многие неправильно сделали. Вот. Раз, завязали. Офигеть. Плотненько привязали. И вот арифмоник. Один пояс нижний вверх, второй вернули. Резко, двумя движениями тренировки. Вы знаете, когда выходим на поклон, на борьбу, на замену. Вот. Мы делаем, я вот сейчас у меня будет помогать, будет ассистентом. Вот, я вот поклониться. Вот. И элементарно не захватываем. Посмотрите внимательно. Под локти. И вот мы всегда начинаем двигаться в борьбе. Вышли, и одна нога остается. Начинаете ловить. Он мне подается. Как же вы сейчас будете отрабатывать? Вот, вы будете друг другу помогать, падать, чтобы у вас получалось. Вы знаете, когда люди приходят в школу, начинают палочки, кружочки, потом буквы. Буквы, потом слова. И все постепенно это делается. Постраховывайте партнера обязательно. Он не получается. Смотрите, кто он разворачивает. Освобождаете. Так. Вот подойдя. Подходите. Не просто так, как неудобно. А развернули под самую пяточку. Как будто футбольный мяч. Развернули ножку. По парам встали, пожалуйста. А я буду каждому подходить. Пошире ставить. Каждый участник сегодня тренировки находит себе спарринг-партнера и пробует первый прием, который называется «Дэнси Параши». Вторая подсечка по одной стороне ногу, которую показал заслуженный тренер России Мунгепаров. Мастер спорта международного класса. Шестикратный чемпион Советского Союза по борьбе с дзюдо и самбо. Двукратный чемпион Европы Андрей Супаченко.
Нет, цеплять надо, когда не цепляет. Может, вот это? Другой свечок вынес. Опа. Да, вот. Вот он, кулак.